Добрый день, дорогие друзья! На этой неделе я прочитала книгу, которую написала Нина Ядни «Сердце, отданное детям, ненецким детям». В этой книге она написала о женщине, которая создала кладезь целой литературы для ненецких детей, детей, которые в тундре, сказки, азбуки, переводила их на русский язык, писала на ненецком языке, создала азбуку, много поучительных книжек, историй. Эта легендарная женщина работает в Институте народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Она там преподает очень-очень много лет. Я лично с ней знакома. Это действительно замечательная женщина. И советую вам прочитать и равняться только на таких женщин, потому что это действительно культура. Благодаря им мы можем ценить, уважать свою культуру, развивать ее и передавать ее своим детям. Потому что если не будет таких людей, мы просто забудем свой язык. И мы хочу вам показать эту женщину в лицо, потому что она замечательный журналист, замечательный педагог и отличная женщина. Я вам советую всем прочитать эту книгу, познакомить их со своими детьми, потому что здесь она расскажет, эта книга, как нужно приучить ребенка и уважать, и любить свою культуру, свой родной язык, чтобы он не забывался.